помашите ручкой левой. А теперь правой. Левой ножкой, правой ножкой. Носиком помашу. Молодцы, какие вы хорошие, у вас хорошее настроение. Нет, почему нет? Хорошее? Тогда нужно громко кричать, что оно хорошее. Хорошее настроение? Вот, другое дело. Друзья, вы уже узнали, кто я? Ну, конечно. Кто же я? Принцесса Розочка. А кто этот милый парень? Облачко, да, конечно. Давайте мы встанем со своих мест. Давайте встанем. Отлично, хорошо. Итак, друзья, мы с вами будем прямо сейчас здороваться, как с настоящим облачком. У вас есть ручки? Покажите высоко-высоко руки. Класс, вы молодцы. Подготовили ладошку и даем друг другу влево и вправо пятку на радость папке. Даем друг дружке пять. И справа, и слева. Подходим и сюда, даем облачку пятерку. Музыку погромче, отлично. Пять, хорошо, отлично, еще. Поднимаем ножки высоко и машем ими друг дружке. Привет. Молодцы, теперь еще добавляем ручки. Привет, и ножки. Молодцы. И громко кричим друг другу привет. 3, 2, 1, привет. Отличная работа, друзья. Хорошо. Скажите, что обожают больше всего тролли? Чё, танцевать они любят? Обниматься они любят? А петь песни любят? Да? Давайте тогда мы с вами прямо сейчас устроим проверку на силу троллей. Вы готовы? Отлично! Итак, мои хорошие, давайте мальчишки все будут Цветанами, а девчонки принцессами Розочками. Хорошо? Вы знаете песню любимую? И все вместе закружим прической смело. Знаете? Да? Хорошо. Итак, потренировались ножками, покружились 100 миллионов раз. Еще кружимся. Хорошо, при этом будем пищать, чтобы потренировать голос. Кружимся и пищим. Хорошо. Настроились? Поехали. Хорошо. Родители, вы вместе с нами готовы? Хорошо. Слушаем вместе, поем громко. Профессионалы, это еще не все. Вы же готовы на большее, правда? Итак, проверим. У нас маленькие тролли есть? Есть? Будем кричать. Маленькие тролли есть? Взрослые тролли есть? Трибуны есть? Будем все вместе петь. Готовы? Еще раз песню. Максимальная громкость. Настроились? И поехали. Само громко. Ура! Громкие аплодисменты! Вы просто профессионалы! Молодцы, друзья! Ну что, трое любят обниматься? Покажите, как они обнимаются! Крепко-крепко, друг с дружкой обнимайтесь! Подружку слева и подружку справа! Своего друга хорошего! Отлично! Свою маму можно обнять тоже очень крепко! Можно даже дать бусинку. Вы умницы. Хорошо, друзья. Итак, предлагаю прямо сейчас всем нам подняться на сцену. Поднимаемся, пожалуйста. Танцуем дальше, кружимся. Вокруг себя, молодцы. Танцуем волосами. Локтями. Внимай меня вечно. Побежали по кругу. Обнимашки! Танцуем!
Держите высоко ручки. Взрослые вместе с нами. Прыгаем, как зайки, на свои места. Цветаные розочки, вы здесь? Отлично, друзья. Скажите, пожалуйста, а вообще, у вас есть какие-нибудь желания? Есть? Их много или оно одно? Много? Тогда предлагаю нам всем сесть поудобнее. И давайте подумаем о своем самом-самом лучшем желании. О том, о чем больше всего мечтаем, что храним в своем сердечке. Загадали? Тогда давайте все вместе объединим наши ручки прямо здесь. Все вместе складываем наши ладошки. Все вместе, кто загадал желание. Все-все-все. Все-все к нам подходите. Итак, прямо сейчас маленькие цветаны, маленькие розочки. Громко будем кричать с вами. Обнимашки. Готовы? 3, 2, 1. Обнимашки! И обнимаем друг друга крепко-крепко. Очень крепко. Ну что, друзья, подарите себе громкие аплодисменты за то, что вы такие просто улетные. Громче! Громче! Отлично, сделаем волну из аплодисментов. Аплодируем. Аплодируем, аплодируем. Еще раз, больше, больше, больше. Отлично. Воздушный поцелуй. Пока-пока. Ну что, ребята, я уже к вам вернулась. О, ух ты, сколько новых лиц. Привет. Для тех, с кем я еще не успела познакомиться, я хочу заново представиться. О, спасибо тебе, давай 5. Опа. Меня зовут Крошка Люся. Мой дедушка подарил мне чемодан, с которым мы вместе с вами отправимся в путешествие. Если в конце я смогу его открыть, значит, я стала волшебницей. А уж какой у меня будет талант, этого я еще не знаю. Ну что, будем с вами путешествовать? Давайте погромче, погромче, погромче. Будем путешествовать? Класс! Хорошо, давайте сразу я хочу еще узнать, сколько вам вообще лет? Вот мне 11. Давайте так, кому 3 года? 3 года. Похлопайте руками. 3 года, хлопайте ручками. Хлопайте, хлопайте, хлопайте. Молодцы, хорошо. Кому 4 года, кто знает, потопайте ножками, потопайте, 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 молодцы. Кому 5, вам сложно, надо поскакать. Давайте, кому 5 лет, вот умничка, привет. Кому 6, на корточки присесть. Давайте, 6-летки на корточки садимся, молодцы. Кому 7 лет, руку вверх поднять. Хорошо, и кому 8, 9 или 10, обеими ручками себя обнять, попробуйте. Класс! Ну что, ребята, мой дедушка сказал, чтобы стать настоящим волшебником, надо научиться телепортироваться. Это значит, с одного места передвигаться в другое. То есть вот так. Как будем телепортироваться? Давайте вставайте на ноги, вставайте, 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 что вы сели, ленивые. Молодцы! Чтобы телепортироваться, надо положить руки на плечи, вот так. И сделать поворот. Попробуем. Ну что, давайте теперь вместе. 3, 4, ручки на плечи, поворачиваемся. Ребята, посмотри, ребята, получилось, мы с вами переместились. Только где это мы? Я знаю, мы с вами оказались в тропическом лесу. И теперь, вы слышите? По-моему, начинается дождь. Слышите? Слышите? Классно, сделайте музычку немножечко потише. Давайте сейчас мы все с вами будем участвовать в дождике. Как дождик начинается? Тихонечко-тихонечко. Все трем ручку. А в ручку трем. Дождик начинает шуршать по листикам высоких деревьев. Кто умеет щелкать пальчиками, начинайте щелкать пальчиками. Начинаются первые капельки. И вот дождик потихонечку усиливается. Одним пальчиком по ладошке бьем. Давайте. Одним бьем. Двумя пальчиками капельки становятся больше. 3 пальчиками. Бьем. Сильно. И вот начинается настоящий ливень. Хлопаем. Молодцы, какие хлопаем. Сильный ветер. И даже гром. Топаем ногами. Хлопаем, молодцы. Гром закончился, но ливень еще идет.
Вот, идет. Молодцы. Потихоньку начинает затихать. Тремя пальчиками. Хлопаем. Двумя пальчиками. Одним. Пошуршали чуть-чуть. Все, дождик закончился. Как свежо стало, класс! Вы такие молодцы! А значит, мы можем переходить к следующему заданию в нашем путешествии. Что нам надо? Телепортироваться, значит, как? Руки на плечи и поворот. Ребята, снова сработало, мы опять переместились. И мне кажется, я знаю, где мы оказались. Рассказать вам? Мы с вами на ипподроме. Вы не знаете, что это такое? Я вам расскажу. Ипподром – это место, где лошади участвуют в гонках, то есть бегают на скорость. Мой дедушка говорил, что волшебники должны быть ловкими и быстрыми. А значит, сейчас мы с вами будем участвовать на настоящих лошадиных скачках. Хотите? Бежим. Все лошадки бегут. И тут первое препятствие – барьер. Оп. Еще раз барьер. Оп. Бежим. И тут на нашем пути деревянный мост. Бежим. Барьер с водой. И тут мы замечаем маму. Привет, мама. Бежим. Еще бежим. Барьер. Оп. Бежим. Барьер. Оп. Еще бежим. Барьер с водой. Деревянный мост. Бежим. Вот уже виднеется конец, финал. Давайте, финиш. Бежим. Барьер. Оп. Барьер с водой. Оп. Барьер с водой. Молодцы, записали. Ребята, аплодисменты. Громко. Супер. Ох, я даже немножко утомилась. Мой дедушка сказал, что настоящий волшебник должен уметь перемещаться во времени. Я даже не знаю, как это сделать. Но говорят, надо положить руки на плечи, сделать наш поворот. Но в конце обязательно, это просто правило, добавить хлопок. Ну что, попробуем? Давайте. Руки на плечи. Все ручки на плечи. Молодцы. Поворот. И хлопок. Ребята, мне кажется, что получилось. Мы попали в какое-то другое время. Только я совсем не могу понять, что же это за время. Посмотрите на наших взрослых, на маму. Посмотрите, они же совсем маленькие. Мы попали в детство наших родителей. А значит, следующее наше испытание будет играми тех лет. Так, давайте сейчас я возьму. Готовьте свои руки, становитесь сюда в одну линию. Смотрите, все правила знают, съедобное, несъедобное, да? Ну что, только у нас будет не простое, а на скорость. Ну что, готов? Точно? Кулачок. Ну что, на старт, внимание, марш. Банан. Молодец. Так, тебе будет башмак. Молодец, неправильно. Тебе будет пельмешка. О, словила. Красавица. А у тебя будет стул. У тебя будет кукла. Молодец, конфета. У тебя будет котлета. Молодец, словил. У тебя будет тумбочка. О, ты что? Нет, неправильно. У тебя красотка, знаешь, что будет? У тебя будет чемодан. Неправильно, несъедобно. У тебя будет ананас. Что? Ананас вкусный. Хорошо, ребят, давайте играть в следующую игру. И следующая игра, которую очень любили наши родители, классики. Готовы? Да! Готовы? Да! Класс! Ну что, двумя ножками, одной ножкой. Молодцы, никто не сбился, теперь назад. Двумя ножками, одной ножкой, двумя, одной. Молодцы, с этой игрой мы справились, круто! Ребята, а следующее задание будет вот резинка. Не знаю, играли вы или нет, мальчики, будете мне помогать. Вот, давайте, все проходим, молодцы. Давай, солнышко, не поздно, наступай, не поломаешь. Оба, дальше. Хорошо. Давай, милая, пробуй. Умница. Давай. Вот такое, в такие игры играли наши родители, да?
не так все просто. Проходите, молодцы. Хорошо, усложняем задание, мальчики. Так, чуть пониже. Смотрите, надо раз, два. Попробуйте. Давайте, 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 давайте. Раз и два. Молодец, давайте. Круто. Раз, два. Супер. Ребята, мы совсем справились. И у нас осталось только последнее задание. А оно совсем простое. Волшебник должен быть веселым. Ну что, мы веселые? Конечно, сейчас мы это докажем. Мы научимся танцевать очень-очень классный танец. Сейчас. Смотрите, какие движения. Готовы? Давайте, давайте танцуйте, чего вы? Вперед, ручки назад, отходим, отходим. Большое. Все задания сделаны, и остался самый интересный момент. Получится у меня или не получится? Откроется или не откроется? Стала я волшебницей или нет? Как вы думаете? Открылся! Сильно! В кого это я превратилась? Что это такое? Что это такое? Что за волшебство? Ну-ка, громче. Когда я вас говорю вам настроение каково, вы мне говорите «Во!» Хорошо? Тогда пробуем. Настроение каково. Во! А громче. Настроение каково. Во! Я рада с вами познакомиться. Давайте пять. Садусь. Зачем нам этот сундук? А, это ты, Верт, узнаешь немножечко попозже. Ну тогда давай поздравимся с нашими друзьями. Привет, привет, девчонки, привет, мальчишки. Здравствуйте, дорогие взрослые. Мы рады видеть вас на самой крутящейся вечеринке. Ну что, вы все готовы сегодня с нами повыкрутасичить немножко? Готовы, не слышу, давайте громче. Да. Ну, чтобы нам закрутить тут все вокруг, сначала нам нужно открыть портал. Но вход откроется только для самых крутых девчонок и мальчишек. Скажите, вы же такие? Вы крутые? Точно! Круче всех! Круче всех вы! Тогда давайте скорее вставайте со своих мест. Беремся все скорее за ручки, за ручки, за ручки. За ручки быстрее. Так. Уйдите сюда. Беремся. Сюда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда, проходите. Итак,
Ну что, вы готовы зажечь? Да? Здорово! Теперь опускаем ручки. И давайте для начала разучим движение. Скажите, вы знали то, что самые крутые девчонки и мальчишки могут выкрутасить на одной ноге сколько им захочется? Вы знали это? Давайте попробуем. Встали скорее все на одну ножку. На одну ножку. И покажем, какие мы крутые. Покажите, какие вы крутые. Показываем, какие мы крутые. Взрослые к нам присоединяются. Почему стоим? Можете с нами потанцевать. У нас же сегодня самая крутящая вечеринка, и поэтому мы тут качаем. Качаем вот так. Качаем сверху. Качаем, качаем. Снизу. Сверху. Снизу. Здорово. А потом мы бьем по ногам. И действительно показываем, что у нас все круто. Показываем, что у нас все круто. Попробуем. Вот, здорово. Ну что, вы готовы под музыку? Смотрите на нас и повторяйте все за нами. Хлопы! Не шагу назад. Момент, когда надо им всем показать. Другую сторону. Ничего себе. Ничего себе. Покажи им всем. А теперь кто выше ногу поднимет? Еще выше ножку поднимай. Ничего себе. Покажи им всем, что ты чувствуешь. А теперь мы готовы встречать, качаем. То самое чувство, когда ты кручишься. То самое чувство, когда закручу планету. Сегодня мы закручу планету. Сегодня мы закручу планету. Здорово! Похлопали себе скорее! Похлопайте себе скорее, молодцы! Итак, круть! И для чего же нам этот сундук все-таки? А теперь пришло время рассказать, для чего же все-таки нам сундук. Дело в том, ребята, что в нашем сундуке находится самая волшебная крутящаяся вещица.
который исполнит любое ваше желание. Я знаю, что у каждого из вас есть свои самые заветные желания. Но наш сундук был закрыт на кодовый замок от плохих людей, чтобы они не смогли загадать свои самые коварные желания. В ходе наших крутящихся испытаний вы будете получать спиннер-цифру. Ну а для начала давайте мы с вами разделимся на две команды. Запоминайте, что я сейчас буду вам говорить. Слушай, круть, верть. Все, кто круть, скорее выходите ко мне. А кто верть? Ко мне быстрее подходим. Скорее подходите к Верджу, кто круть. Побежали. Поехали, побежали. Разворачивайся. Так, подождите. Ага. Так, бежи. Давай быстрее, побежали. А мы поддерживаем. А вы болейте. Хлопайте просто. Бежим. Скорее. Круть. Хлопаем. Бежи. Ну что, чья команда была первее? Я думаю, что моя команда была первее. Поэтому вы получаете в свою первую спиннер-цифру скорее. Ура, похлопали! Храните ее и никуда не потеряйте. Скажите, кто собирал у нас спиннеры, коллекционировал? У кого была целая коллекция спиннеров? Ты? Сколько у тебя было спиннеров? Ну-ка, скажи ко мне. А сколько у тебя спиннеров было? Штуки три, да? А у кого-нибудь больше было? Два. Было у кого-нибудь? Ну-ка. Да, сколько? Семь было. Семь, а у тебя сколько? Четыре, да. А такой спиннер у кого-нибудь был? Был у кого-нибудь такой спиннер? Ни у кого не было. Так, сколько у вас было спиннеров? Семь, ну ловите. Посветил. Итак, давайте быстрее станем. С вами кружочек, беремся за ручки, делаем большой круг, как можно пошире, чтобы нас все видели и мы всех видели. Опустите ручки. 3, 2, 1, поехали! Быстрее. Передаем. Так, передаем. Стараемся, чтобы он не упал. Так, стоп, вы слышите музыку? А чё музыка так тихо? Она остановилась? Нет. Или играет до сих пор? Она остановилась. Так, и у кого в руках у нас остался спиннер? Скорее. Давай, не скорее. Расстраивайся, иди к Верте. А нас все остается меньше и меньше, а мы зал болеем за наших участников. Ну что, готовы? 3, 2, 1, поехали! Передаем! Стоп! Ага. У кого это у нас в руках спиннер? А? Так, иди скорее к Вертю. Иди скорее ко мне. Почему? У нас круг становится все уже и уже. Ну что, пойдем. Продолжим. 3, 2, 1, поехали. Передаем, стоп. Ага. Так, не расстраивайся, иди скорее к Вертю. А мы продолжаем с вами. Лови скорее. Иди скорее ко мне. Иди ко мне скорее. Держи. Так. Ну что, продолжаем. Продолжаем, поехали! За симку! Опа, симка, ну как ты так попалась? Иди скорее к Верте, он с тобой поговорит о чем-нибудь. Опа, стоп! Так, иди скорее к Верте. Ну что, у нас все меньше и меньше остается наших участников. Держись. Быстрее. Опа. Ну
как же так? Иди скорее к Верчу. А мы 3, 2, 1, продолжаем. Опа. Красотка ты наша, не расстраивайся. У нас осталось всего 3 наших участника. Вы готовы? Зал готов болеть. Ручки покажите, свои ручки. Поехали. Передаем быстрее. Лопаем. Поехали быстрее. Нет, так не надо. Опа. Подожди, а зачем, а зачем ты толкаешь спиннер наш? Ну мы видели, что у тебя последнего в руках был спиннер. Так что иди скорее к нашему Верте. У нас осталось всего два наших участника. А и кто же получит спиннер цифру? А значит, кто-то из них будет нашим победителем. С кого ну болеем? Что, парни, вы готовы? Продолжаем. Тогда поехали. Ага. А мне это зачем? Поздравляйте скорее нашему победителю. Он у нас сегодня победил. Так что точно у кого? Ни у кого такого в коллекции нету? Нету? Ловите. Не испугались, да? Ну ладно, ладно. Держи скорее свою спиннер цифру. Похлопали. Быстрее. Одеваем. Одеваем. Ну что, поехали. 3, 2, 1. Быстрее, почему спиннеры? Не забывай брать наши спиннеры, скорее. Давай Скажите, кто-нибудь нашел спиннер цифру? Не, ну это простые спиннеры. А спиннеры там написано только. Так. Вот! Подождите, у кого есть спиннер цифры? Скажите мне. Скорее подходите к нам, у кого есть спиннер цифры. А мы с вами будем им хлопать. Какую мы первую спиннер цифру нашли? Ноль. Ноль. Входим в ноль. А вы хлопайте, чтобы у нас все получилось. Хлопаем, чтобы у нас все получилось. Так. Крути еще сильнее. Один. И последнее. Так, сейчас, подождите. Что? Ребята, я знаю, что у вас есть самые заветные желания. Давайте быстрее встанем в круг. Быстрее в круг. Так. Смотрите. У вас есть ваши самые заветные желания? Сила ожидания. Смотрите, мы сейчас берем самый снежный спиннер. Крутим и шепчем ему самое заветное желание. Попробуем. Взрослые тоже не стоят, не смотрят. Пока крутится наш спиннер, вы тоже все загадываете свои самые заветные желания. Здорово. Так, давай дальше. Так. Давай, скорее крути его. Есть у меня. Все мои желания. Итак, давай дальше. Сбудутся. Бери его скорее. Крути и шепчи самое заветное желание. Шепчи. Мечтай, шептал.
Здорово! Загадывает. Шепчи, 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 шепчи. Загадала? Здорово! Скажите, вы все прошептали свои самые заветные желания? Все прошептали. Отлично. А взрослые у нас прошептали желания? Конечно. Молодцы, умнички! У нас же сегодня праздник до Нового года! Остался ровно месяц! Самое главное, верьте в свои самые заветные желания, они обязательно исполнятся! Ну а нам с вами пора прощаться! Но не прощай, мы говорим! До скорого свидания! Ура! Здравствуйте, многоуважаемая публика! Не слышу вас! Здравствуйте, многоуважаемая публика! Сегодня мы с вами поговорим о таком привычном для всех нас предмете, как ложка. Сейчас я попрошу хлопнуть в ладоши один раз тех, у кого дома есть обычная чайная ложка. Отлично! Два раза хлопните те, у кого дома есть десертная ложка. Здорово! И три раза хлопните те, у кого дома есть обычная столовая ложка. Ну что ж, сегодня я предлагаю вам побывать в гостях у королевы. Но не у простой королевы, а у самой королевы ложи. Но я предлагаю вам, когда придет королева, поприветствовать ее, как подобает ее титулу. Как нужно приветствовать королев. Правильно, здравствуйте, ваше величество. Давайте с вами порепетируем, как мы будем приветствовать королеву. Здравствуйте, ваше величество. Ну, совсем королева будет не рада. Давайте громче. Здравствуйте, ваше величество! Ну что ж, вы готовы? Говори! Это же не ваши подданные. Им нельзя повелевать. Их можно просто попросить. Я могу только повелевать. Поэтому повелеваю поздороваться вам со мной еще раз. Дорогие ребята и взрослые, ну давайте поздороваемся с нашей королевой еще раз. Поехали. Здравствуйте, ваши величества. Прекрасно. А скажите, пожалуйста, зачем вы меня сюда позвали? Чтоб только поздороваться? Тогда вы сделаете великолепно. Но я начинаю капризничать, потому что мне становится скучно. Ваше Величество, ну прекратите плакать, а то опять похудеете. Что ты предлагаешь? Я предлагаю сегодня рассказать о таком простом предмете, как обычная ложка, и доказать всему миру, что ложкой, Ваше Величество, можно не только есть, как вы это делаете, а еще и весело проводить время, играть и веселиться. И не скучать. И не скучать. И не капризничать. И не капризничать. И я сама смогу проводить замечательные конкурсы. Конечно, ваше величество, именно с ложками. Тогда повелеваю начать веселиться. Хорошо. А вы знаете, что ложку, как предмет, стали использовать еще в древние времена? Первыми ложками служили ракушки, выпуклые камни. Так, и... Фрейлина, это так скучно. Я повелеваю веселиться. Всю информацию можно узнать на просторах интернета или, в крайнем случае, сходить в библиотеку. Ваше... Так что я повелеваю веселиться. Что-то вы начали говорить загадками. Да, загадками. Просто я знаю, что раньше на такой праздник Пасха... Вы знаете такой праздник? Да. Не слышу вас. Да. Ребята играли с яйцами и ложками. Да. И я вам точно так же предлагаю поиграть. Вы готовы? Ваше величество! Я не слышу, готовы? Я знаю, вы хотите поиграть вот с
всеми вашими любимыми ложками. Нет, это дрявые ложки для похудения. Они привезены из Франции. Вы представляете, этими ложками меня заставляют есть диетологи. Они думают, что если я буду долго есть, и все будет проваливаться, то я похудею. Так что мне они еще пригодятся. Мы играем с другими ложками, но сначала нам надо выбрать участника. Сначала, Ваше Величество, для этого мы будем использовать нашу бабушку. По-вашему, большая разливная ложка, она же черпак. Итак, мы выбираем участника. Одну команду красного цвета. Итак, кто поймает такой шарик, выходит к нам. Итак, на сцену. Раз, два, три, бросай. Выходите. Кто поймал шарик, выходим. И выстраиваемся возле королевы с правой стороны. Поворачиваемся лицом. Лицом поворачиваемся к зрителям. А теперь команда синих, ребята. Пожалуйста, и поехали. Так, давайте мне наши шарики. Давайте мне. А команда синих подходит ко мне. Так, мячики сюда. Оп. Поворачиваемся лицом к зрителям. Поворачивайтесь к зрителям. Хорошо, вот сюда. Нет, так, а кто у нас пришел без шарика? Кто без мячика пришел? Без шарика? Кто без мячика пришел? Кто без мячика пришел? А ты с мячиком пришла? Машенька, давай. Машенька словит мячик в следующий этап. Итак, пожалуйста, команды подстроились. Да. Сейчас Прелина. Да. Раздаст каждому по ложке. Пожалуйста. Раз. Два. Аплодисменты. Три. Теперь тебе. Раз. Два. Три. А первому игроку в ложку положат перепелиное яйцо. Обратите внимание, перепелиное яйцо. Только не сюда. Большую ложку. Большую ложку, конечно же, большую ложку. Ребята, ваше задание — взять ложку в левую руку. В левую руку. Вот в эту. В левую. А правую положить за спину. За спину, за спину. Оп, оп, оп. И теперь за спину. Без помощи пальцев, рук перенести с большой ложки мячик в маленький, переложить. Задание понятно? Задание понятно? Переложить без помощи рук. Итак, на раз, два, три начинаем. Считаем все вместе. Раз. Два. Три. Поехали. Перекладываем. Перекладываем, перекладываем, перекладываем. Нет, сначала в эту ложку, потом в эту. Оп. Потому что перепелиное яйцо — это очень маленькое яйцо. Да. А мы предлагаем вам сыграть со страусиным яйцом. Внимание, страусиное яйцо! И какая команда победит, та и заработает приз. Надо от большой ложки переложить к маленькой. Раз, два, три, поехали. Раз, два, три. Опа! Призы и аплодисменты зала. Оп, оп. А команда не расстраивается, а получает утешительные призы. Утешительные призы. Сладкие. Конечно же, аплодисменты зрителей. Давайте, давайте, давайте. Оп. Пожалуйста. Ой, какие они молодцы. Присаживаемся в зал. Присаживайтесь. Спасибо за игру. Молодцы все. Молодцы все. Да, все молодцы. А вы знаете, Ваше Величество, а вот в Китае... А что в Китае? В Китае у нас все нормально. И вообще, в Китае живут наши родственницы. Да, 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 да. Китайские палочки. Да, это же троюродные бабушки племянника Чжи. И вообще, вы знаете, откуда пошли китайские палочки? Я вам расскажу. 300 лет тому назад император Юнь должен был достать из кипящего котла
кусочек мяса. Он сломал две веточки, сложил их и достал этот кусочек мяса. Так и получились китайские палочки. Великое китайское изобретение. И сейчас мы с этим изобретением, конечно, поиграем. Конечно же, Ваше Величество. Я предлагаю выбрать наших участников при помощи нашей тети. Нашей бабушки. Нашей это бабушки. Наша бабушка, а по-вашему, как Чербак. Пожалуйста. Пожалуйста, мы выбираем двух участников. Итак, поехали. Итак, выходим. Выходим. Выходим, выходим. Кто поймал еще у нас синий мячик? Выходим. Выходи. Вот сюда, выходи. Подходи сюда, ко мне. Подходи сюда ко мне, у тебя будет задание вот такое. Ты готова, чайная ложка? Нет, а ты присаживайся пока на место. Показывает эксперт. Построить башню. Вот так. У кого башня получится выше за одну минуту, тот и получит наш главный приз. Подожди. Итак, берем две палочки. Вот у твоей палочки лежат. Поворачиваемся лицом к зрителям. И на счет три начинаем. Раз, два, три! Поехали! Поехали, поехали, поехали! Поддерживаем! Башня должна быть очень высокая. Самая высокая башня. Мы строим палочками. Только палочками. Один кубик берем палочками. Так. Давай, 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 давай. У кого башня получится выше? Выше, выше, высокую башню строим. Вот эти кубики перекладываешь все выше, высокая башня. Так. И у нас победил участник. Как тебя зовут? И у нас победил Арсений. Арсений, получай. Арсений, вот тебе. Приз. Вот, пожалуйста, тебе. От какой Арсений он хочет другой приз? Прям выбирай. Один приз. Больше три. Но у нас же был еще и девочка. Где наша девочка? Где наша малышка? Она выстроила очень высокую башню и заслуживает ваших аплодисментов. Пожалуйста, и тебе приз. Конечно, конечно. А я начинаю опять капризничать. Мне уже все надоело. И что? Что-что? Я хочу праздника. Праздник еще не скоро. Я хочу Нового года. Ну, до Нового года еще очень далеко. Целый месяц. Я повелеваю, чтобы Новый год наступил сейчас. Я хочу праздник и елки. Хочу, не хочу, ничего не получу. Я хочу праздник и елки. Ваше Величество, но у нас же есть елки! Ну вот! Ну вот! И мы можем с ними поиграть! Хорошо! Мы должны выбрать опять наших участников! Договорились! Так! Для этого мне понадобится наша бабушка, наша бабушка. Чербак и два наших веселых шарика! Я думаю, надо один шарик бросить вот в ту сторону! Давайте! А второй вот сюда! Вот так! Выходим. Выходим. Выходят. Выходят. Ваше Величество, вы знаете, сейчас в этом году в тренде очень модные вот такие разноцветные ложечки. И мы будем ими украшать наши елки. Конечно.
Конечно же, ребята, мы будем украшать ими наши замечательные елочки. Видите, здесь есть вот такие крючочки. Вам необходимо как можно быстрее украсить нашу елку. Задание понятно? Повесить все ложки. Точно. Итак, читаем.